О главных событиях года 2019-го рассказал в ходе итогового оперативного совещания глава округа Сергей Горелов. Пожалуй, наиболее важными стали открытие моста через реку Клязьма и начало строительства завода компании «Газпром Космические системы». И то, и другое имеет весомое значение для развития экономики округа. Отметил глава и важность социальных проектов, направленных на поддержание многодетных и молодых семей. Говорили не только о событиях минувших, но и о грядущих новогодних мероприятиях. Впереди жителей нашего округа ждут не менее увлекательные праздничные акции. 28 декабря в театрально-концертном центре «Щелковский театр» пройдет центральная новогодняя елка. 7 января в Центральном дворце культуры пройдет рождественская. В канун праздника и каникулы будет организовано 41 бесплатное социально ориентированное новогоднее представление. Не обошлась итоговая оперативка без поздравлений и приятных подарков. 12 детей, оставшихся без попечения родителей, стали обладателями собственных квартир. Сергей Горелов вручил ключи самим ребятам и их опекунам. Поздравили на оперативном совещании сотрудников учреждений округа, наградили за плодотворную и активную работу. Из рук депутата Московской областной думы Владимира Шапкина также получили награды несколько человек, чей вклад в развитие округа весьма значим. За каждым из достижений стоит труд преданных своему делу специалистов. Только благодаря сплоченной ежедневной работе мы сможем дать старт позитивным переменам и достичь значимых результатов. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.